Приветствую на канале Сплей, это Стражи Галактики. Как я и говорил, это мини-серия с остатками собирательства коллекционных предметов оставшихся. Давайте еще раз глянем. То есть мне осталось вот эти два предмета получить. Они в забвении в пятой главе находятся, но чтобы их получить, нужно еще перепройти игру два раза. И вот один предмет, который я не нашел на планете Маклу 4 в главе 13. Знаете, я даже сейчас с мануалом не с первого раза его нашел на самом деле. То есть как только мы перешли, тут я везде крошил эти растения. И вот он. Хотя с другой стороны, если идешь, он же блестит, его должно хорошо быть видно. Вот оно, это растение. Подошло бы для сада Грута. Надо будет еще с Грутом после этого пообщаться. Ну все, увидимся на корабле, где пообщаемся с Грутом. Затем появляется лужица. Вот оно. Питер Квилл, потренируйся со мной. Пожалуй, я пас, Драк. Интересно, он знает, что это? Знает. Мантис, Грут, привет. Звездочет. А его не надо держать в холодильнике, раз он смоклу. Я есть Грут. Как и вы, сэр Грут. Что он сказал? А, что при должном уходе это растение способно выжить почти где угодно, даже в звездолете. В космосе без растений и впрямь никуда. Здесь так... Пусто. Я есть Грут. Да, мрачно. Печально и хмуро. Тьфу. Дом должен стоять на земле. Я есть Грут. О, очаровашка. Не можешь попасть на планету, пригласи планету к себе. Стоп. Пушистик твоя млекопитающая обслуга? А это обслуга. У тебя дома были существа типа ракеты? О, да. Я есть Грут. На Талунии было множество мохнатых малышей. Талуния? Ну, планета Икс. А. Но наш пушистик не из них, он такой один. Млекопитающие на Талунии прислуживали народу Грута. Жесть. Я есть Грут. А, какой кошмар! Что? Он говорит, другие побеги плохо вели себя с млекопитающими. Обижали их. Просто так. Я есть Грут. Но сэр Грут предпочитал общаться с ними, а не с родичами. Они были умные и вежливые. Я есть Грут. Добротой они напоминали пушистика. Что? Ракету? Я есть Грут. О, какой миляга. Говорит, он не уберег своих друзей с планеты Икс, но он защитит ракету. Ему с тобой повезло. Черт, да всем нам. Я есть Грут. Обнимашки. О, а... Может, позже? Каким был твой дом тогда, раньше? Я есть Грут. Распрекрасный. Я есть Грут. Он говорит, что хотел стать лесничим и заботиться обо всех чудесных растениях, которые там росли. И кто помешал? Я есть Грут. Отец. Так сэр Грут принц? Как ты, звездочет? Стоп, твой отец король? Я есть Грут. Большой злюка. Его отца и других развратила власть. Разумных млекопитающих они превратили в своих рабов. Почему отцы-короли всегда такие уроды? Я есть Грут. Да, власть — это зло. И мудрейшее древо, и чистую воду можно отравить. Я есть Грут. Сэр Грут говорит, мы противоядие. Работа в саду для него – исцеление. Понимаю. Мама тоже была из таких. И я. Но
Если я могу как-то помочь тебе с садом или сделать Милана уютней, дай мне знать. Я есть Крут. Сказал спасибо, Пит. Здорово. Давайте прочитаем про этот предмет теперь. Глубокорень. Маклувианский глубокорень является исключительно стойким растением, способным в течение многих оборотов выживать глубоко под замерзшей поверхностью планеты, прежде чем пробиться наружу и начать питаться солнечным светом. Мельчайший кусочек глубокорня способен превратиться в полное растение на практически любой обитаемой планете. Из-за столь впечатляющих способностей к регенерации, многие культуры используют глубокорень при создании различных лекарств. Ввоз глубокорня, однако, регулируется огромным числом правил, ведь это агрессивное растение может быстро распространиться по всей планете и погубить местную флору. Ну все, осталось вот эти два сувенирчика получить. Так, ну вот мы вновь на забвении возле этого игрового автомата треклятого. Я надеюсь, сейчас будет другая игрушка. Вот это мы получили в прошлый раз. Осталась одна вот из этих двух сейчас должна выпасть. Может, безделушка меня развеселит. Сувенир на память о том дне, когда команда меня бросила. А что? Да, другое. Мне прям полегчало. Подвеска Шума Горат является очаровательной плюшевой игрушкой, посвященной всеми любимому многоугольному. Только без углов. Тискайте его, бросьте его на диван или повесьте на лобовое стекло. Шума следит за вами. Что он замышляет? Остался последний. И вот чтобы его дособирать опять возле этого автомата, нужно заново пройти игру еще раз. Ну и в очередной раз перепроходя, я решил не оплачивать штраф. И посмотреть, что будет потом. А знаете, пошло оно. Отменить платеж. Питер! Что? Корпусу Нова нет дела до нас. Они свалили. Именно так. Они свалили. Это был последний шанс снять этот трекер с Милана. Если корабль заблокируют, мы не сможем бежать. Ну и пусть. Когда он сработает, мы будем уже обращены или мертвы. Питер, пошло движение. Они улетают. Молодец. В чем дело? Отключилось питание. Так работает трекер корпуса Нова. Но вы же выплатили штраф, да? А, мять! Ну что, подходит к кульминации это собирательство в этой игре. Перепрошел я ее уже 4 раза, получается. Мышка пропадает. Последний предмет, вот этот, сейчас должен выпасть. И, по идее, на этом все будет. Вот будет прикол, если сейчас он не выпадет, а выпадет такой же, который уже выпадал. Может, безделушка меня развеселит. Сувенир на память о том дне, когда команда меня бросила. А что, ничего. Мне прям полегчало. Ну и какого хрена? Чё за дичь? Да ёпарас-то. Почему опять выпало то, что у меня есть? Вот хорошо, что я сохранение резервное сделал. Сейчас просто перезагружусь. И опять мы к этому автомату подойдем. Вторая попытка. Может, безделушка меня развеселит. Вон та звездочка должна выпасть. Сувенир на память о том дне, когда команда меня бросила. А что, ничего? Серьезно, опять не то. Третья попытка. Сувенир на память о том дне, когда команда меня бросила. А что, ничего? Че за хрень? Мне прям полегчало. Сувенир на память о том дне, когда команда меня бросила. А что, ничего? Мне прям полегчало.
Блин, ну наконец-то, с четвертого раза только она выпала. Плюшевый забвенчик. Своего рода символ забвения, хотя его поклонники все еще дискутируют о том, что именно он собой символизирует. Голову Целестиала, на которой выстроена станция, или клещи трупоедов, которые поедают его мозговое вещество. Так или иначе, его разочарованное лицо с торчащим зубом неизменно веселит как взрослых, так и детей. Даже ачивку никакую не дали за сбор всех предметов. Наконец-то. Четыре раза я перепрошел игру, чтобы собрать вот эти вот три... Блин, игрушки. И то, если бы я не сделал резервную копию сохранения, мне бы еще пришлось перепроходить, получается, 4 раза, чтобы ее получить. Кошмар какой-то. Ладно, на этом с прохождением Стражей Галактики все. Увидимся в будущих стримах и сериях на канале Let's Play. Всем пока.